Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. My name is Mighty Beyond. My name is never was. My name's forgotten. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, there's only us left now. When I wake up in my makeup, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Всем привет! Как слышно? Отлично. Слышно идеально. Тогда мы начинаем проходить игру под названием «Мумия» по мотивам фильма. С
одним известным актером. Только кто он такой? Я, к сожалению, не помню. Короче, игра 2000 года. Начало 2000-х. Вышла 8 декабря. Как гласит Википедия, это смесь шутера, приключения, ужаса и головоломки. Почему так громко музыка? Вот. Короче, мы прошли на прошлом стриме приблизительно один левел. Привет, Филлер. Привет, Марка. Используй меч постоянно, но оружие юзай, когда народу много, лишь на расстоянии вроде. Ага, окей. Ладно, ты будешь, походу, моим сопроводителем. Филлер, что значит все? Ничего не все. Только начинается. Здесь написано, что в игре можно... А, нет, это не то. Нет, это не то. Это обычные предметы. Окей, загружаем. Руины Хамунаптра. Не знаю, что это. Видать, какой-то объект. Так, ну что, мы здесь нажимаем заново уровень, да, весь получается? Или игра-игра? Понятно, что вообще к чему. Запись игра. А, нет, это сохранение. Там, наверное, игра-игра. Угу. А есть ли смысл вообще начинать сначала? Второй левел. What's that? This is for you. I had to, you know, я должен был, знаешь, что? I wonder. А это еще что за парень был? Evie, I think Jonathan, look what we found. If you can find the two missing pieces of this hieroglyph, you can open this door. And that would be good because... It leads to the hidden chambers of Hamunaptra. Does it say anything about treasure? Apparently, collecting the treasures of Hamunaptra bestows powerful magic. Так, ну а где открылась дверь-то, я не понимаю. Странно. А этот чувак прибежал отсюда. Вот он. You always did have more guts than brains, O'Connell. Походу сюда.
взять меч. А, понял, понял. Вот он. Привет, Фатек. А, давно мне уже реквестили Зену. Я думаю, что надо. Я ее скачал, кстати, вот недавно совсем. Думаю, надо. Но у меня там в планах еще... Так, а как наверх посмотреть? У меня там в планах еще много игр. А, вон оно что. Красные штуки экономия, они ваншотят всех. А, все понял. А я их юзал нещадно там на том стриме. Ясно. Так, вот эти иконки не поджигаются, да? То есть это тупо рисунок настенный. Зажигается. Не, я понял, про какие-то иероглифы говоришь, но здесь их пока нету. Я, кстати, неплохо, по-моему... справлялся и... факелом просто. Он, по-моему, тоже с двух ударов выносит. Я понимаю, что патроны нужно, короче, беречь. Будет босс. Будет нечем с ним драться. Хотя это тоже с двух ударов выносит. Понятно, что я такое собираю вообще. Для чего? А, вот. Что-то из них означало то, что я возьму. Давай, филлер, пока-пока. Получилось что-то весьма поздно начать стрим. А, это можно задвинуть. Непонятно, правда, что изменилось вообще. Вся игра, по сути, состоит из вот таких
головоломок, да, где нужно тупо найти какой-то предмет. Отнести его туда, потом развернуться, прийти обратно, убить врагов. О, нифига, я могу бегать даже. Круто он носится. Зарыжу. Ух, ёлки, только они меня задамагали. Кончилось оружие. В принципе, очень даже неплохой платформинг. Хотя здесь можно, наверное, было закарабкаться. Привет, Ксавье. Странно, с такой высоты шагнул, хоть бы хрен. Пробегаем, пробегаем. Надо, кстати, признать, весьма удобное, без всяких сложностей. Единственное, только не особо удобно переключается оружие. Может срабатывать только в одну сторону переключения. Запор. И он ходит так, типа. Он еще бегать может, смотри. Убивать меня в этой игре будут часто, потому что здоровье кончается весьма быстро. В какой пирамиде? Ах ты ж, негодяй! Меня отбросили, конечно. Не так все красиво. Да, это уже достояние, короче, туристов. Уже столько было переделано всего там. Ч
Че, игра сложная, что ли, да, получается? Марко, как ты считаешь, сложная ли игра? The First Run. Ну, понятно. Не исключено, кстати, то, что их 22 или 122. Тут по большей части, конечно, зависит все от моей тупости. Главное не тупить и вовремя реагировать. Доставать нужное оружие. Вот, например, зомби круто валится. И причем я могу и прерывать их атаки, что тоже весьма здорово. И если вовремя нажать на кнопку удара, то, в общем-то, они тебя даже не успеют задамажить. Самое главное не тупить, короче. Золотой анг, это что такое? Так, надо запомнить, что там чуваки выбегают. Заложить ее или что? Чужие украшения носить не пристало, а вот продать можно, выручить какие-то копейки. Да, вы заколебали. А я не понимаю, вот это мана, что ли, у меня, да, с другой стороны? Синяя. Блин, я бы захилился. Но нечем. Дешевое золото. Нифига себе.
очень мало хилок. Либо нужно брать их вовремя. Отлично, меч справляется, зомби. Так, а здесь я зажег, да, получается? Что за жесть? Ксавье, это откуда еще? Что за страшилки из интернета? Привет, Ку. А, да, конечно, надо проходить. Надо проходить. Короче, я так понимаю. Отсутствие. Красного кружка. Ромби означает то, что я еще не все секретные места посетил. Может быть, где-то и есть тут хилочка. Сейчас по традиции выбегут чуваки. Вот как, когда ты много играешь в подобные игры, ты уже начинаешь их чувствовать изнутри. Где ловушка, может быть, где загадка. Так, а здесь мы бегали уже, да, вроде? Да, точно. Я тогда не смог залезть там на одно место. Да-да-да, ХП — это зеленые кружки. Есть еще синие кружки, не знаю, что за фигня вообще. Возможно, мана, но для чего? Странная стена какая-то. Конечно, ужасно. Маловато синее, может, мана, да, вроде она. Потом, может, будет магия. Ставил когда-нибудь бессмертие оружие с патроном. Не, ну это нечестно. Не прикольно. Так. Вот здесь как поступить? Марк, объясни, пожалуйста, как я могу ли я присаживаться как-то? А, я
Ясно. А на прошлом стриме у меня не получилось. Я несколько раз так пробовал и тупо падал вниз и все. Ну окей, окей. Сразу меч. Сейчас здесь набегут товарищи. Отсюда, в частности. Блин. Фак. Так, это где я? А, понял. Ладно, самое главное не тратить попусту жизни. Так, опасно. Я думаю, что в подобных играх наверняка контосы бесконечные, поэтому бояться особо нечего. Просто теперь не уверен, после вчерашнего сифона, что я помню все достаточно хорошо, забыл же все нафиг. Так, обрывки, воспоминания, какие-то моменты запоминающиеся. Согласен, у меня такая же тема. С учетом того, что я в эту игру практически вообще не играл. Как-то купил диск, заценил, разочаровался и не играл больше в него. Как они мне лихо полжизни сняли вообще? Три кропа, кстати. Коридором, как Рэмбо убивал всех очень быстро. Рэмбо мумическая кровь. Ну давай залезай, парень. Ну что ты делаешь? А, точно, Брэндон Фрейзер, я вспомнил, как его зовут. Спасибо. Познал прохождение игры в 2 месяцев. Ну, то есть ты ее все-таки проходил? Получается. Хоть. Здорово, она тебе понравилась, значит. Ну вот, вот что за хрень? Как это понимать? Я в прошлый раз так и делал. Тоже тупо падал вниз просто и все. И подумал, что он не может сползать. Или это просто кривой момент такой? А, надо без оружия, да, наверное, это сделать. Да, точно, точно. Все, прошу прощения за тупость. Все продумано до мелочей.
Я думаю, сейчас можно завязать смело. Как так? Что за хрень? Написана одна табличка. А, это совершенно другая табличка. Все ясно. Сейчас можно завязать вот эту штуку. Бегает он действительно смешно. Интересно, его специально таким сделали. Актер просто сам по себе играл таких актеров. В смысле, таких персонажей, каких-то недалеких. Взять, что замороженный калифорниец. Что еще какой-то фильм? Тарзан, что ли? Поначалу игру проходил, не используя этих таблиц, и красных штук почти не было. Синий хп врага. Красные это штуки. И дым это магия, это хреновые египетские гранаты. Ну да, есть такая тема. Гранаты, которые дамажат нехило. Локация называлась, что-то там руины какие-то, верхние, что ли, по-моему. Верхние руины вроде. А что такое? Смешно, он прыгает так руки, ноги забавно расставляет раскорячку. Поролся. Звезду, ну, мне кажется, жизнь дают, наверное, что ли еще. Или сохранение. Заколебали, блин, по два появляться. Да-да-да, который справа. Отлично, отлично. Понял, то есть пока ты все вот эти ромбики не заберешь, тебе не откроется следующая локация. Все, я понял. Своеобразный такой. Ну, ключ есть. Раз.
тоже проходил ее. Сложно, в общем-то. Главное не тупить и вовремя убивать чуваков. Управление вообще идеальное для такого рода игры. Хотя чем-то напоминает управление в игре The Planet of the Apes. Планета обезьян, то бишь. Ну, она, кстати, не сказать, что прям уж плохая совсем. В принципе, несложная, со сложность в том, чтобы выдержать все эти коридоры и не уснуть. Слегка монотонная игра, но вроде... Неплохая такая. Я вычитал то, что там ждет развитие событий нас дальше. Ой, ёптычер. Как это так получилось вообще? Меня задавило. Окей. Акуджи. Акуджи хорошая. Прям очень понравилась. Но она, как скажем, неизвестная, поэтому... Все, я вижу. Я заболтался и не увидел, короче, шатающиеся вот эти столбы. Да, игрушка Акуджи прикольная. Она такая прям. Атмосферная, атмосферная. Блин, что же они делают со мной? Есть. Гуд. Ну, то есть даже румбики дают за такие темы. Навозники, короче. Там табличка была, можно ее зажечь.
принципе, беречь патроны и прочую амуницию смысла нет. Ого, нифига себе. 200 дисков лежит в ящиках. В двух ящиках. Подвижных лежат они EPS One в коробочке. Круто. У меня не так много, но штук 50, наверное, есть точно. Причем самых разных мастей. Даже, если помнишь, раньше пиратские диски выходили. Там было написано не PlayStation, а Player. Зафоткал, конечно, сейчас. Сейчас, секунду. Да это понятно. PlayStation и лого PlayStation на диске. Там написано Player, короче. И такой мяч баскетбольный нарисован. Это старые еще пиратские. Одни из самых первых. Нужен вообще бешеный. Взаимодействовать, нет? Нет, вроде. А, вот как раз тот самый ключ, который нужно отнести своей подруге. Да, конечно, сохранить. Найденный предмет — кусок камня. Here, I found another piece. Oh, well done. Now let's see what this does. Что будет. Phew. Now all we need is that final fragment. Еще один? Пипец. И где его искать? Я сломаю все это, растопчу. А, Countdown Vampires. Я что-то слышал такое. Но не играл.
Марк, а если я правильно понимаю, вот это, так скажем, материнский мир, если можно так выразиться, да? Который, пути из которого ведут в разные места, то есть как бы в разные левелы. Советовал, не помню, на стриме. Так, что-то я потерялся, я видел сейчас глаз где-то. А вот он, собственно, единственная открытая дверь пещеры. Сколько у меня оружия? 61 патрон. Отлично. Будем проходить на дефолте. На мече. Только хардкор. Серьезно? Я утонул. Одно касание и все. Не вода, а что же это? Блевота мумий, как в этом. В Doom Troopers.
какие тропы? Не знаю, сейчас посмотрим. У меня написано потери кадров 0. Все четко. Попробуй перезагрузить сервак. В смысле, нажать обновить. Поставил в чат 30-секундный дилей. Это где? Ничего не знаю по этому поводу. Identical with the previous one. Не знаю, Ксавья. Что за фигня? Может, тупит просто? Глючит? Так, ну что, будем таблички зажигать или ну их нахрен? По сути, ничего не меняет, только... Все равно, если я сдыхаю, то... В общем-то, все таблички обнуляются. Приходится заново все зажигать. А я их сейчас и не зажгу здесь. Окей. О, куда? Нет, не видел. Хата дорого, живут в интернет-кабинках. Зато интернет всегда есть. А, дверь открылась, все, понял. Простите. У Акуджи даже нет статьи на русском, на Вики. Да, конечно, нет, она неизвестная. Я даже не уверен, была ли она у нас локализирована. Вообще. Стою. А, таблицу зажечь, точно, простите. Назад. Crystal Dynamics? Не, ну, она может быть и как бы издана какой-то известной фирмой, но при этом как бы осталась неизвестна широким массам. Я о ней узнал вообще только вот совсем недавно. Чисто случайно причем. Ух ты. Вовремя я тут вылез. Весело. Надо ли оно мне? Нет, не надо. Еще будут гости. Да, это фишка такая, типа, кинематографичность. Как знаешь, в кино, когда экшен какой-нибудь начинается, сразу потом
резко повышается. И надо признать то, что сделано неплохо, как вам кажется. Скажем, твердая четверочка такая. Да ёпрсоте, ну это нечестно. Один кроп остался. Это все равно сувенир вроде. Хотя так заманчиво, так заманчиво. Блин. Один круп. Смысла брать сейчас этот черепок нет. Где-то что-то открылось. Я не понимаю, как это делать. Реально. Шами в ЦЕ. Ну что ж, бывает, бывает. Я прочитал Педрила почему-то. Это пещера Нила. ГВП.
я взял предмет, сейчас 0 собранного штук. Что это значит? Нужно еще какие-то предметы в определенной последовательности хапать. Или что? Что я собрал? Какую-то шляпу, не знаю. Ну, шлем какой-то золотой. Вроде другим способом собираешь. Там прям нарисованы патроны. Да фиг с ней, с этой таблицей. Вот это патроны, это точно. Все-таки тайминг здесь имеется, и если в него не попасть, то они могут и задамажить на самом деле. Да ёлки! Да вы видели, что происходит? Это же жесть. Один кроп остался. Не идти туда? Так идти или не идти? Чемпион по прыжкам в длину. Окей, окей, забудем. Забыть так забыть. Зато патрончиков нафармим. А, Марк, а что ты имел в виду, когда говорил, что я тебя не расстроил, что третий уровень? Что дошел без существенных потерь, что ли? Или что именно? А, умираю много, но это нормально. Я так играю. Это мой неповторимый стиль. Привет, Киви. Да, снова мы тут засели в очередную PlayStation-овскую игрушку. Но спать, безусловно, рано. Шлем, это что значит? Тоже какие-то, видать, штукенцы. А, то есть, как бы, ничего не значащие артефакты.
ты собираешь одна красная ваншот штука. Кстати, штука-то оказалась не такая уж и ваншотная. Нужно ли сюда вообще? Место показалось каким-то секретным. А, ваншотит именно в того, кто тут погаешь, а тот, кто рядом, получает большой дамаг, ясно. Еще 4 месяца и армия. Серьезно? Как тебе? Есть желание? На год, на самом деле, мне кажется, в принципе, можно было бы сходить. Закалит характер. Зацепиться. Так, это что?
Стоять? Что стоять? Еще одна жизнь. Вообще превосходно. Смотрите, с какой легкостью они тратятся и с какой... С такой же легкостью и в общем-то, подбираются. Ой, бляха! Надеюсь, сейчас она зареспавнится здесь. Хренушки. Раш будет по-любому. Давай, давай, пока. Я все-таки этих чуваков не пожалею на них эту штуку, потому что жизни мало. Начинать сначала не особо тянет. Сучара. Фак. Если бы я не использовал красный, чтобы было. Они меня завалили 100%. Причем аптечки как-то создают некий баланс. Так, рановато, походу. Хотя нет, нифига не рановато, самое время туда сходить. Потому как это выход уже здесь.
перестал есть васаби. Как это связано? На самом деле недолго, полчасика, наверное, тоже спать пойду. Вставать рано с утра. Ух ты. Заберу все-таки.
тусовка связанная не только с атмосферой, но и с загрузкой тоже. А в плане дальняя. Может, наоборот, недалекая тусовка. Я бы не сказал, что она дальняя. Даже и не знаю, кстати, есть ли боссы. Наверняка есть какие-то. Просто еще мы до них не добрались даже. Я же первый раз играю. Хрен его знает. Хотелось бы запалить. Здесь не взял жизнь, а она там есть. Сначала потом уже типа умею посмотрел фильм. Хорошо, меня не доможет. Эта штука. Ребята, отстаньте. Даже интересно, сколько у меня там патронов. 85, охренеть.
ужастик. Там археологи откопали новую пирамиду с тремя гранями, оказалось, что она является местным заключением Анубиса. Я сейчас полететь не буду, посмотри на днях. Так, ничего особенного, наверное, можно. Такая же атмосфера, как в этой игре, окей. Я вообще, знаешь, к фильмам отношусь так очень без энтузиазма. Я мало смотрю фильмов, потому что на них засыпаю периодически. Спустя 20 минут после просмотра. Прыгать, конечно. Охренеть. Вот это интерактив. Куда я же, чуваки? Куда я? О, фак. Вот-вот бывает такая хрень. За хрень? Как же так? Вроде нажимаю вовремя прыжок. Или надо чуть раньше, наверное, нажимать. Видели? Что за хрень? Последний кроп остался. Ладно, на этом закончим на сегодня. Народа нет, никто не смотрит, поэтому оставим это до дневного какого-нибудь стрима. Проблема в кинографии, сплошные шаблоны, особенно голливудских фильмов, поэтому хочется... Да хрен его знает, почему засыпаю, на самом деле. Даже вовсе и не за шаблонов, просто из-за того, что не очень интересно. Не, ну я гляну, посмотрю, конечно. Спасибо большое. Так.